Около 30 амурчан в этом году уже пострадали от укусов клещей. Как правило, около 30% насекомых заражены различными видами инфекции, в том числе и вирусным энцефалитом. По статистике, ежегодно в регионе регистрируют от 2 до 10 заболевших опасным вирусом. В этом году специалисты отмечают очень высокую численность клещей. По словам медиков, наиболее активны опасные насекомые в период с начала мая и до середины июня. За последние несколько лет больше всего заболевших и пострадавших от укусов паразитов в Тындинском, Сковородинском, Зейском и Бурейском районах. Отдельно выделяют территорию поселка Углегорск. Вакцинацию в Приамурье проводят ежегодно. Более 40 тысяч амурчан уже привиты. На закупку вакцины против клещевого энцефалита из областного бюджета выделено 16,5 миллионов рублей. Привить планируется более 100 тысяч человек. Населению нужно сейчас с особой осторожностью выходить в лес и помнить о тех мерах профилактики, которые на сегодняшний день существуют. При выходе в лес использование защитной одежды, если нет специальной защитной одежды, то использование однотонной светлой одежды, на которой можно было увидеть клеща.